Привет, друзья! Хочу поделиться рецептом азиатской кухни. Засаливаю свежую кинзу в остром соевом соусе. Это отличное дополнение горячей и холодной закуски, а также вкусно с кашей и другими гарнирами. Свежую кинзу я хорошо промыла и обсушиваю вот так, раскрыв вид букета. Сначала я готовлю маринад. Наливаю воды в глубокую емкость и соевый соус. Кладу лавровый лист, несколько штук, и черный перец, горошек. Сахар кладу тоже сразу. Перемешиваю и довожу до кипения. Образовалась вот такая небольшая пенка. Это от соевого соуса. Ее убираю. Кипячу дальше не более 10 минут. Затем убираю лавровый лист и черный горошек. Остужаю полностью. Пока маринад стынет, режу зелень кинзу. Толстые стебли срезаю и выкидываю. Режу кинзу длиной примерно 2-3 см. Мелко резать совсем нежелательно. Зелень перед этим нужно хорошо обсушить от лишней влаги. Собираю зелень в большой чашке, где я буду все перемешивать. Дольки чеснока я режу вдоль по длине, пополам. Если зубчики очень у вас толстые, то режьте на 3-4 дольки. Добавляю вместо приправы острый перец ручковой. Это придаст пикантность блюду и аромат. Режу очень мелко. У меня соль цветочная. Можете использовать любую соль, какая у вас есть дома. Теперь смешиваю ингредиенты все. Сильно мять зелень нежелательно, лучше просто перемешать это. Подготовила я такие стеклянные баночки. Они должны быть сухими, стерилизовать их не обязательно. Забиваю баночки зеленью до верха, но не трамбую. Они сами потом осядут два раза как минимум. Все очень быстро и просто готовится. Пока маринад стынет, баночки уже готовы с ароматной и полезной зеленью. Заливаю банки маринадом доверху, чтобы он полностью покрыл зелень. Закрываю крышкой плотно. И можно уже через несколько часов употреблять. Хранить нужно в холодильнике. Зелень хранится довольно-таки долго, несколько месяцев. Это очень вкусная и полезная зелень, пряная и ароматная. Попробуйте! Всем спасибо, кто просмотрел это видео до конца. С вами была Наталья. Пока-пока!